Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, в магазине давай заберем колоду. Так, нам здесь ничего не выпадет. Понятно. Так, задание. Задания у нас откатились все. Так, пройдите серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Все, у нас уже второй круг завершается. Наверное, через серии две мы уже пройдем. Ну, если даже чуть-чуть останется, можно будет, в принципе, бустануться. Я так думаю. Так, ну что у нас тут? Крысиный король, собственно, персон. Давай попробуем запечатать. Не вышло. Да ладно. Кролики, вы хорош так шутить. Первый удар вообще не нанес практически никакого урона по королю крысиному. Я уже даже немножко пужанулся, так скажем. Так, ну здесь у нас хан. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Да что ты будешь делать, а? Не печатает он и все. Давай масухой тогда зарядим от наших маузеров. Так, Ванька выжил, но это ненадолго. Ну что, серия испытаний у нас пройдена. Так, сейчас посмотрим, что у нас там будет дальше. А дальше, так, у нас мутагена, наверное, мало. Пойдем, наверное, сразимся тогда в поединках на поисках Рафаэля. А нужно нам будет следующее. 4 коникса. Раз. Два. Три. Четыре. Так, комиксы нашли, отлично. Дальше что нам надо? Дальше нам нужно 10 ножей для пиццы. 10. Так, 2 уже нашли. Ну, 2 это мало. Вот 3. 4 вообще великолепно. 5 это уже половина. 6. 7. Слушай, наверное, сейчас наберем. 8. 9. И последний нож. 10. Все, ребята, нам останется найти потом 12 кружек. Но это уже в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа, это мы сделаем уже после того, как отыграем турнир. А в данный момент у нас Лига Самураев ранг 30. То есть, ты прикинь, мы вчера, если я не ошибаюсь, дошли до Лиги Сёгунов. О, да, до Лиги Сёгунов, по-моему, 2 звезды, если не ошибаюсь. И нас уже скинули до Лиги Мастеров. Ой, до Лиги Самураев. Тебе не кажется, что это слишком борзо? За какую-то там, я не знаю, у нас, ну, максимум, ребят, прошло 8 часов. Я вчера вечером снимал, это было сколько там, по-моему, 12 часов ночи, да? Вот сейчас на моих часах 2 часа дня. И меня уже сбросили в Лигу Самураев. У меня даже нет слов. Что-то уж больно круто нас сбросили-то. Замечательно просто, а? Так, ладно, давай попробуем поджарить их. Понизить атаку. Что-то не прокатывает это дело. Ну-ка, если так. Добьем? Добили. Да, какой-то долгий поединок был, если честно. Ну, видимо, мы взяли нашу команду. Она чуть-чуть, наверное, как говорится, превышает вражескую. Поэтому вот такая вот долгая канитель получается. Так что давай-ка мы будем впредь аккуратнее. Так, ладно, 15-19. Возьмем, наверное, здесь. Нет, Армагона слишком жирно для них. Можно для начала взять кого-нибудь и поменьше. Ну, типа вот Рафаэля. Ну что ты, а? Специально так будешь сейчас издеваться надо мной? Так, Рафаэль. Да куда вы лезете-то, ёк-макарёк? Раз, два, три, четыре. Ну, смотри, у нас 56 уровень, у них почти 50. Очень небольшая разница. Ну, Рафаэль здесь, сам понимаешь, тоже не особо-то мощнява, хотя...
Ну, неплохо. Добьешь майки? И, ага, хотел сказать, yes. Yes, да не yes. Донателло выжил, супостат он этакий. Ладно, добили мы его, короче. Какую позицию дадут? 75-ю. Подожди, я что-то немножко не пойму. Мы с тобой были в Лиге Самураев две звезды, так? Нас скинули до Лиги Самураев две звезды. Каким макаром я уже в Лиге Сёгунов? Чё-то я, ребят, вообще не пойму, что происходит с игрой-то. Если посудить, то с Лиги Самураев две звезды, ну, мне бы дофига нужно было бы сделать поединков-то, по идее. Или я так заговорился, что уже не слежу за происходящим, что здесь творится. И у меня просто все проходит, знаешь, как это, как мимолетное видение. Наверное, так и происходит, скорее всего. Но мы тогда, я тебе скажу, быстро вернулись. Так, глядишь, и до Лиги Мастеров поднимемся такими темпами. Так, ну что здесь можно взять? Я возьму, наверное, нет, Маузеров тоже слишком кучеряв. Да иди ты! Давай возьмем Донателло. Донателло на соточке, он, ну, нормально пропишет нашим противникам. А вот единственное, что если не добьет, он будет там поединок у нас уже затянутым. Ну-ка, поехали. Ау, нам надо теперь добивать их. Красавчик. Ну-ка, Эйприл. Не гундось. Молодец. Ауч. Ну что ж ты, а? Кейси, Кейси. Я думал, ты как истинный, блин, хоккеист, звезданешь его нормально. Но нифига. Слушай, 22 место. Единственное, что вот ранг у нас не повышается, это да. 15-20, 15-19. Это максимум, что мы пока с тобой можем выжить. Ладно, берем Бакстера Стокмана. Раз, два, три, четыре. Я надеюсь, волны-то его достаточно будет одной. Сейчас проверим. Фух. Просто сдуло их. А если бы даже не сдуло, постепенный урон все равно добил бы. О да, ребята, Лига Сёгунов две звезды. Слушай, быстро мы прошли. Я даже сам не ожидал. Так, ну что, тогда поехали, возьмем Леонардо. Тут его одного будет достаточно, чтобы их бумкнуть всех. Давай, Лео, жги. Что такое-то, а? Куда кому в горле стоит, не могу, надо, наверное, чайку хлебнуть, да? Горячий, черт подери. Так, ну что, 73 место. Слушай, они достали. Вы будете мне сегодня давать 16-21 в конце-то концов? Че 15-20 вас зациклило, что ли, всех? Но они не хотят, что я могу сделать? Ладно, берем тогда Макмана. Раз, два, три, четыре. Так, сегодня, ребят, попробую, наверное, еще в снэп поиграть, если успею. Потому что надо бы кимарнуть перед работой. А третью серию по Хогварту переделываю, друзья, потому что там... Как тебе объяснить-то? Короче, мне надо было уходить, я нажал на паузу, а запись не прекратил. И где-то, наверное, минут 30... просто пустоты. Поэтому пришлось мне удалять и заново ставить на рендеринг. Хотя я хотел ее уже сегодня выставить. Она уже была выставлена, но потом я чисто случайно, ребят, попал на этот момент. Думаю, что это там за тишина такая, ё-моё. Ну, уходил в магазин, короче, и забыл с паузы. Точнее, забыл сделать отключение. И оно записывалось вот это вот полчаса. Так, ладно. Белочка, лисичка, давай. Да, и даже никого не уронила. Ну что ж ты, а? Вот, нормально. Так, а сколько не добьешь? Ну, одного выбил.
Фух. Нормуль. Так, поехали тогда далее. Слушай, неужели мы сегодня доберемся до Лиги Сёгунов 3 звезды? А может быть, до Лиги Мастеров, а? Сигануть нам. Я просто не... Вот, ну наконец-то. Наконец-то они дали мне 16-21. Это уже, считай, под конец игры, да? Когда у нас тут скоро будут 70-ки. Они мне сделали такой презент. Ну давай, Усаги, влупляй. Что-то как-то слабенько. Хотя, ну, из расчета того, что постепенно, то нормально. Блин, надо было мне делать этот электрошок. Две атаки. Да ну, Донни, ну ты че? Ну, трындец. Он сделал две атаки и все по минималке, ребят, пошли. Все по минималке. Слабоватый Донни. Хотя мне нравится у него, ребят, вот эти вот массовые атаки, которые есть. Наконец-то у нас Лига Сёгунов 3 звезды. Массовая атака, которая еще может наложить поджог, то есть постепенный урон. Это, конечно, круто. Плюс, не забывай, у него есть хил. Это тоже очень хорошо. Так что, возможно, это фаворит у меня будет на следующий апгрейд. Ну-ка, Маузеры, давайте. Бесщадно, пожалуйста. Я тебе о чем говорил? Просто бомбануло все. А прикинь, теперь прокачивать всем моим бойцам до 7-й ступени самый последний скилл. Это было бы, наверное, топ. Так, 16-21. Я возьму, наверное, здесь Армагона. Уже 60-й уровень. Ну, понятно, что здесь Армагон и в соло справится. Ему не надо никакой помощи. Поэтому помощи я никакую тут и не брал. Все, просто в труху. Ну, а мы поехали дальше. Давай, давай, не тупи, не надо сейчас только вот это вот сбрасывать, еще что-нибудь, что ты любишь делать. 55-е место. Рафаэль, Майки. Ну, давай так попробуем. Я хочу сейчас Микеланджело сделать уклоняшку, а Рафаэля, естественно, поставить на провокацию и посмотреть, что у нас из этого получится. Ты посмотри, а? Попало же все-таки, а? Даже несмотря на то, что у нас было уклонение. Ну, наверное, да нет, не будем их пока хиляться. Зря ты это, парень, делаешь. Ой, зря. И ты тоже зря. Мне бы надо как-то Карайку наказать. Да что ж вы делаете-то, а? Давай, наверное, апперкотом его зашибем. Иммунитет он берет. Ой, парень, насмешил. Он думает, иммунитет ему поможет. Нет, конечно. Никаким образом он его не спасет вообще. Но, какая, 30-я? Ну, почти 30-я позиция. Слушай, тогда действительно у нас сегодня будет взята Лига Мастеров. Так, Кожеголовый. А, ну все, тут уже 70-ники. Можно, в принципе, расслабиться. Хотя фиг да расслабляться, противник-то тоже, по-моему, 65 уровня, да? Или какого там? 66-го. Замечательно. Просто круто. Разобрали, да? Всех разобрали и двигаемся. 15-е. Почти. 16-22. Ну, здесь можно уже... Давай возьму Слэша, наверное, и Джастина. Джастин Тимберлейк. Так, сейчас посмотрим. Торнадо для начала. Плюс плевок паутинкой и добивка пощечиной. Ха, нормально.
А что они хотели? Они думали, что я буду им тут нюни давать, пускать. Нет, конечно. Будет все по-жесткому. И мы с тобой уже в Лиге Мастеров, так что... Сейчас попробуем. Так, так, так. Сколько у нас? Еще один поединок будет, да? Еще один будет поединок. Завалишь? Ну, почти у него получилось. Давай ракетами добьем тогда уж. Все. И переходим на последний поединок здесь у нас. 69-я позиция. О, 17-23. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. Все как бы хорошо. Единственное, что меня почему-то, блин, майки вот это смущает. Вот этот вот. Ну, ёпарас, это, ну... Я вот почему-то так и думал, друзья, что он что-нибудь да сделает пакостное. Попадем. Ну вот, начинаем мазать. Давай поставим тогда защиту дополнительную. Баф. Давай сплинтер бафой. Нифига он. Ну-ка пробьем. Да иди ты в пень, блин, а. Ну ты посмотри. Да как, ребята... Так, Рокзар, вставай в провокацию. Я уже не знаю, что тут делать. Вообще не попадаем. Просто не попадаем, и все. Так, молодец, Сплинтер. Ты посмотри, он еще и защиту ставит тоже, а? Так, уклонение у них исчезло, да? Вот этот Леонардо сейчас будет делать свой прыжок, а он наверняка будет его делать. Трындец. Я пожалел только об одном, что у нас нет хила, ребят. Да пробейте вы его, а! Рокзар, до свидания. Ну все, по-моему, Карайку сейчас запинают. Долбанутый Майки этот, блин, бесявый хмырь. Просто всю малину мне, ребята, испортил. Вообще всю. Я еще думал, блин, перед тем, что думаю, ладно. Брать, не брать, думаю, ну перебьюсь, наверное, все-таки сможем, наверное, пробить. И он взял, блин, гаденыш, блин. Сделал вот это вот уклонение, и все, и пошло все через одно место. Почти всю команду разобрал, чего уж тут говорить. Да. Минус два бойца. Это на последнем-то поединке. Так обделся, а? Но сказать, что я такого не ожидал расклада, ребят, это будет неправдой. Я подозревал, что может такое быть, но все-таки пошел уверенной походкой. Ну и, как видишь, пришел. Ну что, поднять уровень персонажа? Да, у нас как раз хватает. 88 уровень. Так, здесь забираем награды. Ну и пойдем немножечко пофармим. Не то. Сколько нам там, блин, ну сколько, 150? Да нет, побольше нужно, 200. 200 жетонов нам надо.
Вот, и, в принципе, из-за вот этого, ребята, фарма у нас и улетают телепорты. Очень быстро. Потому что по две штуки за один бой. Кучеряво, согласись. Так, сколько у нас? 715, а нам нужно, по-моему, 720. А, нет, хватает, хватает, друзья мои, берем. Ну что, 83 ДНК и соточки. Круто. И получается, что, наверное, все. Давай я вот здесь вот только обменяю. Ну, знаешь, вот только если их... А что ты? Осколки, осколки нам не нужны. Тратить их за монеты. А потом... А потом их продавать. И что это получится? Получать будешь сюрикены. А сюрикены нам не нужны. Ну зачем они нам? Незачем. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.